читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Балашов Дмитрий Михайлович. Великий Новгород, Карелия, Ленинград. Сколько можно над трупом России распростертым, разъятым, нагим, воронье правит тризны лихие, да змеится пожарища дым, изнасилованная деревня, где иконы и те снесены, тупо ищет слепого забвенья в сериалах чужой страны. Не обманешь себя ни в какую, телевизорный ложен уют, твои дочери телом торгуют, сыновья твои мертвую пьют. Красота умирает, как знамя, что отвергла бегущая рать, как молить о спасенье, коль сами крест втоптали в родимую грязь. Вручена нам свободная воля. И опять поминаю, казнясь, Бог не даст нам спасенья, доколе не подымемся, благословясь. Но пред высшей силой творенья заклинаю, как встарь на Дону, встань, истерзанное поколенье. Встань, спаси дорогую страну. Ты груба и лицом, и станом, головой в золотой пыли, мы таких вот, скрутив арканами, из далеких земель вели. Мы таких, надругавшись досыта и рубахи напрочь сорвав, опрокидывали раскосых в полевое кипенье трав. Вы вставали, грязные, голые, закусив губу до крови, и плескала глазами тяжелыми море дикой степной любви. Что ж ты рожу отворотила? Уж не тем ли теперь горда, что прошла наша злая сила, как швыряли на щит города? Там, где кони наметом рысью ли, тишина. Над хлебами синь, измельчали мы или выросли из кольчужной брони пустынь. Все равно мы остались Азией. Вечно блазнит в веках звеня, чтоб Европа летела грязью из-под звонких копыт коня, и любить нас, шальных, неистовых, до предела лет молодых. Самый злой и пленительный искус, непутевой твоей судьбы. Рось теперь в тетрине, никуда и сунься, валенки на печке, тишина. Думать не хочется, думать и не думается.
Выйдешь неприютно, ночь темна, море мглою веет, ветер непрестанный огибает гору и уходит в тьму. Может быть, поверить? Может быть, остаться тетринским крестьянином самому? Может быть, получится? Может, счастье в этом? Что-то я не понял раньше, а спешил уйти. С моря туча тучится, холодом одетые растворились в сумраке мои пути. Анфиса Григорьевна, так как вы тут живете с дурочкою-дочерью столько лет? У Белого моря весь день в работе, да круглый год в заботе о хлебе и тепле. Где-то здесь жениться на хорошей бабе, зимними ночами выезжать в извоз. Что мне будет сниться? Что мне будет надобно? Почему я буду тосковать до слез? Суровые мы дети, может, просто слабые, просто жизни этой нам уж не снести, как по моркам этим, как вот этим бабам, встреченным в Тетрине, среди пути.